Жертвами крушения пассажирского парома в Бангладеш стали 48 человек. Водолазам удалось проникнуть внутрь судна. Они приступили к подъему тел погибших. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти. Капитан грузового судна, из-за столкновения с которым произошла трагедия, арестован. Его и еще двух членов команды обвиняют в нарушении правил управления судном, что привело к гибели людей. Напомню, паром затонул утром 22 февраля близ столицы Даки. На нем находились порядка 150 человек. Около полусотни смогли спастись. Кто-то доплыл до берега, некоторых подобрали другие суда. Еще 30 человек извлекли из воды спасатели. We'll be right back.